Машина пила. О, смотрите, какая у меня машина. Два китайца несут меня. Несут меня на какой-то штуке. Посмотрите, какой прикол, ребята. Два китайца несут меня на носилках. Кто же проиграет, как вы думаете, а? Китайцы, вперед, несите меня, несите. Спасите меня. Ох, отлично. Китаец головой об голову раз. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, с вами как всегда Юра, и сегодня мы будем продолжать играть вот в такую вот замечательную игру под названием Drive Ahead. Ну что ж, выбрали мы как всегда классическую игру, и давайте, собственно, начнем. Случайная трасса, случайная машина, и таким образом мы... Так, разбей голову противника. Так, ну что ж, давайте покатаемся. А я на воздушной подушке, она совершенно не едет, ребят. Оп. Так вот, отличненько, мы ему разбили голову. А он на дракошике на каком-то, вот это прикол, а. О, на лодке такой, на лодочке. Ай-яй-яй-яй-яй, красному очко. Так. Давай дальше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, разбил голову сразу. Дайте мне какой-то автомобиль нормальный. Что же мне даете одну какую-то непонятную штуку? Ай, опять мне на голову упал этот красный. Что ж такое? Ему дают самые крутые автомобили, а мне какие-то санки дают, на которых я сразу же переворачиваюсь. Давайте ж как-то поровну. Ой, я на каре. Ох, отлично, мы маневр сделали. Ребятки, вы видели? Просто такой крутой маневр. Ох, отлично. Ребята, мы успели продержаться и заработали 2 очка. Так, мы ездим на вот это. Ой, нам колесом попало в голову. Я хотел на акуле продержаться подольше. Так, на санках едем мы. Так. А этот еще и стреляет. Убьем. Ай, разбился даже. Что ж такое-то, а? Я на санках хотел удрать. Ой, Новый год. Елочка, гори. Так, едем дальше. А, у меня не было шансов на победу, так как в мою сторону кувыркнулась. Мост кувыркнулся. Давай. Ой, НЛО может его заберет. Ай-яй-яй. Разбился об него я. Я думал, его заберет. Так, тихо. Стенка на стенку. Я уверен, что... А, я думал, я ему сейчас разобью голову, но получилось совсем наоборот. Реально смешная игра, ребятки. Оп. Ай-яй-яй-яй-яй, как так можно было разбиться? Тихо, фух. Мы только что чуть не разбились, отлично. Самое главное продержаться дольше. Ай, увидели, ребят? Ай-яй-яй, кто? Ну. Нет, я не хочу. Ой, да что ж ты не сумел я. Так, дальше. Джип, против катка. Конечно, каток реально сильнее, но на джипе... Да, каток, конечно, выиграл. Так, давай дальше. Ой-ой-ой-ой, фух, ребят, я думал, я сейчас... Улечу, и меня съест акула в радиоактивных остатках. Баба! Тихо. Что это такое? Я завис? О, отлично! На него упало колесо и разбило ему голову. Круто! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Зайчик. Газу отсюда. Потому что нас хочет съесть этот мотоциклист. Ох, отлично, ребята, мы его разбомбили. Вы видели, сколько мы катались вокруг? Что это за коляска такая, в которой я еду? Ай, он своей лапой залез ко мне в коляску и убил меня, уничтожил. О, на кладбище, ребят. Смотрите, памятники летают. Вот это прикол. Таких приколов я еще не видел, парни. Вау. О, нет, разбил мне голову утка. Утка разбила мне голову. Так. Бяу.
Ох, ракета мне попала прямо в меня. Прямо в меня попала ракета, ребята. Вот подарок. Видели, ребята? Одна голова и подарок с колесами. О, вот это у меня это пилы. Смотрите, какие я смогу и так напила. Ну это... А, я думал, это меня не спасет, но все-таки он раньше разбился, чем я упал в лаву. Ой-ой-ой-ой-ой, он сразу колесом в обезьяну мою заехал. Так как? Так, о, на воздушной подушке опять разбиваем подарок. И потом разбиваемся сами. Так, бим-бим-бим-бим-бим-бим. О, у него машина пила, ребята, мотоцикл пила. Вы видели такую машину? Машина пила. О, смотрите, какая у меня машина. Два китайца несут меня. Несут меня на какой-то штуке. Посмотрите, какой прикол, ребята. Два китайца несут меня на носилках. Тоже проиграет, как вы думаете, а? Китайцы, вперед, несите меня, несите. Спасите меня. Ох, отлично. Китаец головой об голову разбил красного. О, на кране, на бульдозере. Вау, синий побеждает. Отличненько, просто отлично. Так, что у нас дальше тут? Так, разбей голову противнику колесо. Там где-то едет колесо. Может там... Ай-яй-яй-яй-яй, красному очку. Так. Бам! Формула-1 проиграла. Ничего, продолжаем дальше. О, тыква, ребят, тыква. Ох, он сразу же разбился. Убегал от меня и сразу же разбился. Так. Теперь, ох, там пилы наверху, посмотрите, нужно быть очень аккуратным и бдительным. Ай, он упал, у него такая точила нормальная. О, на мотоцикле, ребят. Бам. О, на ракете. И все равно бах на бомбу. Подушка какая-то маленькая такая. Летающая подушка, но все равно кто-то нас убил. Так, дальше. Да, у нас машина пила. А, все равно попал колесом. Я ему попал только поздно, он впервые попал. Что это за машинка у меня такая? Мне чипы выпадали с машины. Мини какой-то такой автомобильчик прикольный. Ой-ой-ой-ой-ой, да что ж ты будешь делать, а? Так, едем дальше. Бам-бам-бам-бам-бам. Отлично. Вау. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как так-то я попал? Я же не хотел туда попасть. А получилось, попал. Так, ничего. Баба. О, ребята, опять я этими китайцами меня несу. Смотрите, прикол. Ай-яй, да что ж ты будешь делать, разбился. При въезде в другой канал. Понятно, здесь выхода у меня не было. Робот против... О, ребята, ракетомобиль. У меня советский ракетомобиль. Вау, мы ему снесли голову. Отлично. Ой, я чё ж там голову-то не прикрыл, а? Не крыша, машина без крыши. Конечно, против... Смотрите, какой автобус против коня моего. Вау, ой, мы разбились-то. О, машина пила, ребят. Мотоцикл, то есть, пила. Распилили ему шлем. И таким образом победили. Ох, отлично. Синий побеждает. Круто. Так, дальше, дальше, дальше. Баба. Супер. О, на шлеме с колесами. Убегаем, 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 а то он нас... Чё ж ты-то туда поехал-то, а? Скажи мне. Подарок на колесах сразу же моментально уничтожил сам себя. Нечаянно. О, дракоша. Дракоша, погнали. Дракоша. Дракоша, мой любимый дракоша. Бам-бам, теперь. А тут на лодке с веслами. Вот это прикол, ребят.
С колесами на лодке. О, на санках. О, санки против автомобиля. Сразу авария. Сразу в лепешку меня раздавили, разлепили. О, синий мочек. Отлично, отлично, отлично. Чайник, 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 чайник. Эл, чайничек, чайничек. Фу. А тут утонул на машине, а наш чайничек победил. Супер, супер, пупер, мега форс. Вау, 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 вау. Так. Давай, разбей голову, давай, давай, малыш. Ай, да что ж ты будешь делать, а? Так, давай. Вау, ребята, мы на погрузчике. Ух, да, погрузчик, 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 отлично. Орел, 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 орлу разбили голову, как так-то? Подождите, подождите, подождите. Еще немножко, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, 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 ребятки, дорогие мои ребятушки. Что ж такое, а, такой автомобиль у меня с тремя колесами, я никак не смог победить. Так, лимузин, да, в лимузине конь, прикол. О, ребят, на тележке, ай, сразу в кусты. А пол лава, посмотрите, ребята, пол лава, как так, вау. Тихонечко, о, отлично, мы победили, но все равно тонем. Утонули, 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 утонули. Елка, елка, машина, елка. Так, давайте разобьем его. Нет, только не меня. Давайте его разобьем. Нет, не меня. Не хочу. Давайте дракошика разобьем, но красный выиграл и меня все-таки уничтожили. Так, ну что ж, дорогие друзья, этот выпуск на канале Вечное Детство подошел к концу. С вами был Юра. Обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте пальчик вверх и напишите комментарий. До встречи в следующих видео.